Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Павел Малышев. Сегодня продолжаем разбирать тему биомеханики. В принципе, глубокая тема, достаточно точная, достаточно очень научная, близкая к физике, близкая к физиологии, впитывающая в себя очень много смежных наук, об этом мы говорили в прошлый раз. Поэтому сегодня мы просто продолжим, так сказать, вторая глава у нас. Сегодня поговорим о пространственных характеристиках, это те характеристики, которые позволяют определять положение, например, исходное для движения в пространстве. Движение человека можно изучить, рассматривая его тело в зависимости от поставленных задач. Как материальную точку мы берем какое-то твердое тело и как систему тел, то есть взаимодействие тел. Самое главное, что мы берем, что в этом нужно понимать, это нужно знать, что есть постулатные точки в пространстве, от которых мы будем отталкиваться в измерении. То есть координаты точки и тела и систему тел, да, то есть, которые мы рассматриваем. Соответственно, смотря какой метод мы используем, там фотографический, видеографический или перенос чертежей на графики координат и на прочие графики, да, то есть на оси координат и в принципе перенос, так сказать, в чертежный вид, он достаточно такой, ну, немножко устарел, советский, сейчас уже используют просто замедленную съемку, начертили, там взяли точку, линию на земле, на стене или еще где-то, это я вам проще рассказываю, как это делается, например, начертили ровно с уровнем, с лазерным или нет, просто ось координат на стене и заставили двигаться человека, да, там. Или, например, мы, если измеряем какое-то тело, там, толкатель ядра, который толкнул ядро, мы должны спроецировать эту точку, да, то есть как летит, по какой траектории летит ядро, мы должны это понимать. И для этого нам нужно фиксировать, получается, пространственные характеристики вот человека, спортсмена, да, то есть, ну, по большей части сейчас говорим о спорте высших достижений, потому что, как правило, эти все знания, этих методы, методики, они не применяются на, ну, обычных там офисных обывателей, которые пришли к вам на тренировку, там, фитнес там, или еще куда-то. Они, как правило, больше в спорте высших достижений используются. Изучая движение, нужно определить, тоже очень важный момент, изучая движение, нужно определить исходное положение, из которого начинается движение, вот о чем мы сейчас поговорили. То есть он стоит, в каком положении, нужно это запечатлеть, то есть нужно понимать, как человек начинает движение, с какой точки, какое первичное у него движение. Потом второе, нам нужно понимать, какое конечное положение, в котором движение заканчивается. То есть это два разных положения. И третье, это ряд мгновенных, непрерывно сменяющих промежуточных положений, которые принимает тело при этом движении. То есть начало-конец и промежуточное движение, которое мы рассматриваем для анализа всего, в принципе, биомеханического этого движения, ну, локомоции, как более правильно сказать. Сейчас мы рассмотрим с вами траекторию точки. Траектория точки – это пространственная характеристика движения, геометрическое местоположение движущейся точки в рассматриваемой системе отчета. Это, в принципе, достаточно тоже, ну, прямая логичная история. Мы говорим о траектории. В ее траектории определяют длину, кривизну, ориентацию в пространстве и также перемещение этой самой точки. Ну, опять же, возвращаемся к нашим баранам. Если вы хотите измерить в пространстве что-то, нужно какие-то точки, оси и прочие по-любому фиксировать, ну, делать постулатные, фиксировать их, чтобы мы могли от них отталкиваться. У нас не должно быть подвижных объектов, на которые мы делаем какие-то замеры, да, то есть есть, ну, причем это не одна точка, не две, а чтобы это было несколько ракурсов, да, если у нас сейчас век современных технологий, можно делать и сверху съемку, и сбоку, и сзади, и снизу, можно делать даже экшн-камеру, да, то есть если это нужно, чтобы понимать там, например, у спринтера, как он бежит, или экшн-камера будет направлена на него, чтобы оценить разворот его грудного отдела во время
шага и прочую историю. Для того, чтобы определить траекторию точки, нужно взять правильные отрезки начала старта, да, соответственно, и конца движения. Где она была в начале движения, там это ядро, к примеру, да, если мы траекторию точки измеряем, как летело ядро. И, соответственно, как кривизна менялась траектории, это как она летела, там угловое кручение было или еще как-то, да, то есть это мы все оцениваем, смотрим, в самом пространстве смотрим, как летело, например, это ядро, я вам пример просто толкателя ядра привожу, да, то есть если мы видим, в принципе, изменение траектории, мы можем ее как-то анализировать, высчитывать, считать. На это есть формулы специальные, их здесь миллион. Вы открываете известных наших физиологов, биомехаников, да, то есть и высчитываете, берете формулу, поставляете, чертите оси координат, таблицы, да, то есть все очень подробно расписано. Это не устный материал, это больше письменный. Нужно его просто брать и как бы решать, скажем так. Поговорим про перемещение точки. Есть перемещение тела поступательным обычным движением, то есть это обычное перемещение точки. Есть угловое, то есть это вращательное, что я сказал уже, это вращательное движение, то есть под каким углом, то есть тело относительно себя, относительно своей оси, может немножко открениваться, наклоняться в одну или в другую сторону, но при этом делает дугами вращательное движение, да, то есть вокруг своей оси. Перемещение тела угловое называется. Если вы встретите такое понятие, чтобы не было вам, так сказать, вновь оно. Вот. Дальше мы идем, у нас временные характеристики получается. Это все те характеристики, которые мы сейчас прошли первично. Это пространственные характеристики, траектории точки, кривизна траектории, прочие эти истории, перемещение угла. Это нам нужно для того, чтобы произвести анализ спортсмена, анализ движения его, анализ, например, ядра, как летит оно тоже. Это все от этого, от этих деталей, от этих мелочей выстраивается общая картина того, что делает человек правильно, неправильно, есть какие-то дефициты в движении, более амплитудно, либо менее амплитудно, либо гипермобильное, либо гипомобильное. То есть нужно произвести оценочный анализ, произвести какие-то срез-тесты и уже понять, что с телом происходит. Это, я вам говорю общими словами, этого в принципе не написано в программе, да, то есть нужно понимать, что биомеханика – это важный предмет, что это не просто посчитать формулу, да ладно, мы там до Олимпиады не дойдем, поэтому формулы читать не будем. Не формула дела, нужно понимать, что биомеханика – это предмет, который должен помочь спортсмену прожить более качественную жизнь. Это любому человеку, да, то есть в частности спортсмену, там, офисному работнику, еще кому-то. Мы немножко кривые, наше тело адаптируется к среде, наше тело адаптируется к специфике. Если мы спортсмены в спорте высших достижений, мы достаточно кривые, косые, потому что в обе стороны мы вряд ли будем работать, как правило, все однобокие, да, то есть односторонние, там, в левую или в правую сторону, вперед или назад, в правую, там, или вращение в одну дугу, там, в правую или в левую сторону, еще как-то. Да, то есть, ну, очень редко кто развивает оба полушария, так сказать, обе стороны равномерно. Потому что в спорте высших достижений, ну, как правило, есть какая-то коронка. Я думаю, кто спортсмен, сейчас меня поймет, что там, если я стою по большей части в правше, то я буду стоять, ну, это моя фишка будет, да, то есть я знаю, что я бью справа. Я могу стоять левую стойку, но большую часть времени я провожу, работаю именно в правше. Вот, из этого вся история, да, то есть из этого перегруз, от этого асимметрия, от этого начинает что-то плясать вот в другую сторону, да, где-то, где слабые мышцы начинают их перетягивать сильные начинают перетягивать на свою сторону, слабые мышцы становятся еще слабее, за эти мышцы начинают работать мышцы-помощники, да, там или антагонисты, или еще какие-то мышцы, да, то есть маленькие, которые не должны, в принципе, включаться в это движение. Вот. Из-за этого получается неправильное распределение энергии, из-за этого неправильное распределение движения, из-за этого, в принципе, очень много нюансов, да, то есть есть
такое понятие, сила вашего тела, общая сила вас равна силе вашего слабого звена. Если вы, мы поняли у вас, что у вас лагает колено, то это колено будет в определенный сложный момент подготовки давать очень сильный сбой. Оно может выскочить, оно может отыграть что угодно может с ним произойти от того, что оно в принципе оно не сейчас вас подвело. Вы сами пришли к тому, что в течение длинного пути сформировали это слабое звено. Вы заставляли, я не говорю, что это плохо, что это ошибка, это у многих есть, особенно у профспортсменов. Но наша задача уйти от этого, прийти к максимальной симметрии для того, чтобы равномерно развивать человека. Да? Понимаете, если у него поясничный квадрат один вот такой огромный, другой вот такой вот маленький, то становую тягу дать ему на эти мышцы, это очень плохо. С одной стороны, он будет вытягивать в квадрат свою сторону, где у него гипертонус, да, то есть он будет тянуть, держать его, а где гипотонус, он не сможет удержать. Соответственно, будет неправильно биомеханика в каком-нибудь поясничном отделе, четвертый, пятый позвонок, да, и уходит, начинается протрузия, и так все дальше и дальше и дальше после гипертонуса, протрузии, грыжи, и придем к кривизне основательной, да, когда как с кровати не будем вставать и прочее. Это все то, что мы рассказываем, я напомнил еще раз, мы разбираем вообще, для чего это нужна биомеханика, для чего она делается. Это не так сложно, не так критично, как это описано в программе, да, то есть, по программе вам придется сдавать тесты, экзамен, да, то есть. Это, в принципе, нужно вам будет изучить, узнать, да, то есть, в принципе, для расширения кругозора. Но есть достаточно много новых авторов, которые очень доступно, подробно описывают биомеханику, как она должна быть, как ее должен видеть человек, как ее видеть должен в первую очередь тренер, для того, чтобы не навредить ученику своему, да, то есть потенциально это спортсмен высшего достижения или просто человек, который пришел и хочет привести свое тело в порядок, который засиделся дома. Продолжим, да, про временные характеристики, я думаю, в принципе, понятно здесь, что здесь такое, про что здесь речь будет, это те же самые моменты, про что мы говорим, когда мы анализируем человека, мы должны взять какие-то системы отчета. Вот есть пространственные, про траекторию мы поговорили, вот это временные характеристики сейчас у нас. Мы берем, временные характеристики раскрывают движение во времени. То есть то же самое, как мы пространственные брали, начало движения, конец движения, мы здесь примерно то же самое делаем. Когда оно начиналось и закончилось движение, то есть момент времени сам нам нужен, другими словами. Как долго длилось движение, то есть это длительность движения, это все, хронометраж, секундомер на ноль, начали, сбросили на замедленной съемке, на конец движения, то есть ты можешь еще брать круг, когда у тебя непосредственно сама активная фаза движения начинается, то есть не полностью все движение телом, смещение с точки или еще что-то, а именно вот перед, например, посмотрите, перед толчком еда спортсмен делает пару кругов. Вот непосредственно вот эти пару кругов будут замеряться одним хронометристом. Само движение, выброс и толчок ядра будет замеряться другим хронометристом. А целое движение будет замеряться еще третьим. И, то есть, можно для анализа, для разбора этого, для того, чтобы понимать, сколько занимает по времени то или иное движение, сколько оно должно занимать и как вообще прийти к тому, к чему нам нужно прийти, мы все тестим, да, то есть это достаточно четкая наука, мы секундомер на ноль записали, пошли дальше, началось движение, сбросили, да, то есть записали. Для этого иногда требуется несколько часов, чтобы оттестить именно движение этого спортсмена. Пройдемся по всем, то есть четыре аспекта временных характеристик, это когда оно началось, закончилось, как долго оно длилось, длительность движения, как часто выполнялось движение, темп, и как они были построены во времени, это ритм.
То есть, ну, опять же, ритмичность движения тоже, это может доп. Хронометрии сделать, да, то есть, потому что один все-таки тяжело одному это все делать. Дальше у нас тут пространственно-временные характеристики. Ну, я думаю, вы понимаете, что это у нас были до этого пространственные характеристики, и, а это смесь пространственных и временных, скажем так. Вот. До этого мы с вами разобрали временные. Здесь то же самое все, только нужно, получается, уже время синхронизировать с пространством. То есть те точки, которые мы где-то отмечали и прочее, мы, в принципе, делаем так, что там в точке А такая-то, такая-то, спортсмен начал движение, там, восток это начали хронометраж, да, то есть в такой точке он был восток это, да, то есть нам нужно разбирать, это мы разбираем движение именно по частям, соответственно, мы можем разобрать длинное движение, можем разобрать короткое движение, то есть, опять же, можем разобрать, как он бежал 60 метров и поступательно вот эти вот маятниковолновое волновое движение, все 60 метров, будем смотреть, как у него паттерн шага, как раскрывался там грудная клетка, опять же, как поднималось бедро, где там разгибатель бедра толкал ногой, где не толкался, да, то есть, ну, все вот эти вот моменты. А можем разбирать в пространственно-временном формате именно одно маленькое движение, да, то есть там вращение, например, толкателя ядра вот это в стартовой зоне своей, как, когда он его, когда он раскручивается, выталкивать. Плюсуем и как бы синтезируем две составляющих. Это скорость и время, да, там по этому методу пространственных характеристик. Вот, здесь, в принципе, тоже достаточно все просто. Здесь есть ускорение, здесь есть средняя скорость, здесь есть мгновенная скорость, скорость точки. То есть, ну, все это имеет свои определения, да, то есть они достаточно простые, да, то есть здесь, я думаю, не стоит останавливаться, что-то разбирать. В этой же истории есть понимание вектор ускорения, можно разложить на составляющие, да, которые касательно ускорения направлены вдоль касательной к траектории в данной точке. И нормальное ускорение направлено перпендикулярно к вектору скорости внутрь кривизны. То есть ускорение, скорость – это векторное понятие, векторная величина, характеризующая быстроту изменения скорости по ее направлению, скажем так. Есть несколько основных аспектов в этом, да, то есть отношение линейного ускорения каждой точки вращающегося тела к ее радиусу равно угловому ускорению в радианах в секунду в квадрате. То есть, ну, опять же, здесь пошла более точная история, это физика, здесь нужны будут формулы, но я вам объясню, как сказать, человеческим обычным языком. Отношение линейного ускорения каждой точки вращающегося тела к ее радиусу равно угловому ускорению в радианах. То есть, если отношение оси мы не смещаемся, то когда мы начинаем крутить, например, фигурист, когда делает там аксель или тулуп, у него вращение в квадратичной прогрессии увеличивается. Да? То есть, если он смещается в сторону Земли, например, наклон идет, да, то есть вращение у него увеличится в квадратичной прогрессии. Здесь идет речь об этом. То есть увеличение ускорения в изменении угле будет квадратичным. То есть увеличится в квадратичной прогрессии. Вот так вот можно сказать попроще. Отношение линейного ускорения каждой точки, вращающейся тело к ее радиусу, равно угловому ускорению в радианах в секунду в квадрате. Вот о чем мы сейчас с вами поговорили.